Вместо тяжелой артиллерии техника помобильнее. Камуфляжный внедорожник с громкими песнями о не менее громкой победе подъезжает к окнам Николая Солопова. Летчик авиационного полка Дальневосточного фронта принимает поздравления. Учитывает нас, ветеранов войны, приветствует подарками и так встречает. Акция «Песни Победы» прошла во всех уголках Самары. Для ветеранов исполнили композиции о войне и не угасающей ни на секунду надежде на мирное небо. Вручили подарки и даже организовали полевую кухню. Наши деда, наши отцы, наши дяди – все это нас принесли такой победы. Это легенды. Их просто двумя руками надо держать. В Красноглинском районе сегодня 36 героев войны. В прошлом году их было почти вдвое больше. Многим из них сложно даже выйти на улицу, а благодаря патриотической акции каждый может услышать щемящую сердце песню. Многие уже даже не встают с кровати, и к ним, конечно, празднику прийти сложно, но тем не менее мы прилагаем все усилия для того, чтобы это праздничное настроение сегодня распространилось на всю территорию Красноглинского района. Великая Отечественная война забрала 1418 мирных дней и миллионы жизней. Число покалеченных судеб и вовсе посчитать нельзя. Нет такой семьи, которую события военных лет обошли стороной. 76-ю годовщину Великой Победы по всей Самаре почтили памяти тех, кого сегодня поздравить нельзя, кто отдал жизнь, защищая Родину. Мария Левина, Николай Сидоров, «События».